В текущем году титул победителя турнира «Алматы-Барысы» оспаривали 24 спортсмена из 8 районов города. По мнению экспертов, основными фаворитами считались прошлогодний обладатель пояса «Алматы-Барысы» Виктор Демьяненко, Руслан Абдразаков, Даурен Нуралинов. Названная тройка палуанов, а также Алимжан Жумахметов и составили финальный квартет. В первой полуфинальной схватке Руслан Абдразаков победил Виктора Демьяненко, а во второй Даурен Нуралинов взял верх над Алимжаном Жумахметовым. Позже в схватке за третье место выиграл Демьяненко. Ну, я, честно сказать, был уверен в своих силах, но столкнулся с очень опытным палуаном, борцом Русланом Абдразаковым и в упорнейшей борьбе не смог выиграть. В финальном поединке под рев трибун сошлись Руслан Абдразаков и Даурен Нуралинов. В зрелищной схватке чистую победу одержал Абдразаков. Турнир прошел на высоком уровне. С Виктором Демьяненко было тяжело бороться, немножко устал. Но, слава богу, вышел в финал и выиграл. Очень рад. Теперь будем представлять честь города и надеюсь на хорошие результаты. За свою победу, помимо непосредственно пояса, Руслан Абдразаков получил приз «Машину». Теперь Абдразаков и Нуралинов выступят на главном турнире страны «Казахстан-Барысы».